В магазине я смотрел в ДНСе, кабель такой стоит что-то там 750 что ли рублей, что-то такое за кабель обычный. Я такой, блин, что он такой дорогой, нафиг, что за бред. Какой-то кабель непонятный, что в нем такого особенного, блин, что он столько стоит. И я начал искать на Авито. И нашел, какой-то чувак продавал за 100 рублей, короче, по-моему. Или 150. Что-то такое. Ну, короче, там очевидно была экономия. Вот. Но он, короче, живет где-то вот... как бы в городе, но в какой-то местности, где такая, ну, типа, у нас в городе есть такие места, где стоят, как бы, такие дома, как деревенские. И в таких местах зачастую там ни транспорта нормального туда не ездит, или там какой-нибудь один автобус кое-как доезжает. И там я еще тогда на всем экономил, поэтому я пошел пешком, естественно. Там ни освещения нормального нету, вообще непонятно, как там искать. Я ходил там, блин, искал этого чувака. Пол туда, я не знаю, часа полтора, наверное, потом еще обратно. Блин, уехал. Вот. Ну чё это за нафиг? Он... Не знаю, это очень странно. Иногда прям... А иногда движутся абсолютно рандомно, а в какой-то момент у них как будто включается реально искусственный интеллект, там IQ 200, и они просто оценивают обстановку максимально эффективно. Ну все уже, короче, ерунда. ПБ еще можно сделать. Хотя ПБ у меня не актуальнее еще, то есть мне надо сделать минус 10 секунд. Вот, иначе это будет не ПБ. Да! Уехал. Таймсейф на 5-м. И на... еще где-то будет таймсейф на каком-то. Окей, вот этот уровень изичный. Но иногда тоже троллит. Нормально. Блин, и все равно хуже, чем в ПБ, даже часики не помогли. Ну, тут начало было не очень, вроде бы. Корабля нет, плохо. Вот ни разу ничего полезных пауэрапов не даст. Бомба где-то далеко только. Такое. Опять, ну, 8-й всегда плохой, блин. Никогда не тут не. Просто тут каска нужна и все. Или часики. Блин, пол кирпича оставили, это плохо. Ладно,
пойдет. Хотя, ну, 9 можно еще лучше проходить. 25-го, блин, я же говорил. 15-го завтра. Далеко корабль, блин, ну это плохо. Корабль желательно иметь на 12, там, поможет. Мне надо минус 10, то есть, в принципе, шанс есть, если хорошие два уровня будут. Блин, жирный. Хотя, если был бы быстрый, был бы еще, наверное, хуже, он бы сразу вниз уехал. Потом его я бы уже хрен поймал, можно было бы ресетить. Ну и чё это такое, блин? Ну да, это ПБ, в любом случае. Второй раз, кстати, сегодня делаю 2.26, но сейчас хотя бы сплиты сохранились, поэтому... Не знаю, кажется, что можно еще улучшить, но пока оставлю. Thank you.